Актера Александра Семчева поклонники помнят довольно упитанным мужчиной в самом расцвете сил. 52-летний актер исполнил одну из главных ролей в сериале «Ликвидация». Мама, он проснулся и не хочет. Не трогай ножик, холомитник. Мама сказала, ничего не трогай. Что вы кричите, мама? Я понимаю слов. Сейчас же брось. Его вес тогда достигал 200 килограммов. Однако потом случилось настоящее чудо. Александр 2 года назад похудел на 100 килограммов за короткий промежуток времени, а также сделал круговую подтяжку лица, чтобы избавиться от провисающей кожи. И останавливаться на достигнутом не намерен. Более того, популярный артист не исключает, что в будущем вновь обратится к пластическому хирургу, дабы избавиться от лишней кожи. Как признается актер, он согнал лишние килограммы исключительно благодаря правильному питанию, не прибегал ни к модным диетам, ни к хирургическим операциям, даже с врачами не советовался. На все про все ушло больше года. Семчев питался только овощами и крупами, пил только воду. По словам знаменитости, он худел не для того, чтобы на кого-то произвести впечатление, а для себя. Слишком тяжело ему было в таком огромном весе. Сейчас его даже коллеги не сразу узнают, он выглядит иначе, актер все понимает и сам себе тому прежнему не рад. Иногда смотрю свои старые фотографии и ужасаюсь. Это же было безобразно. Единственное, что огорчает Семчева – отсутствие новых ролей. Иногда он впадает в уныние. Но старается себя отвлекать и жить на полную катушку, принимать ситуацию как есть. Одно время ходили слухи, что Семчев сбросил лишний вес из-за молодой возлюбленной. Но сам артист все инсинуации категорически отвергает. Сердце его свободно. Актер успокаивает себя. Лучше быть одному, чем с кем попало. Напомним, актер был 2 женат. У него есть 3 сына. В 2019-м Александр стал дедушкой. А вам нравится этот артист? Пишите свои мысли в комментариях.